Поняла. Я поняла, Я спячку для багнула время. Сейчас нихуя не делаю. Точно так же, как тогда, когда я обгоняла время. Тоже нихуя не делаю. Как же я, ебать, обогнала время? Как же я, блядь, что-то делаю, что-то у меня получается, а я нихуя не делаю. Это что за парадокс такой? Да, это парадокс Вселенной. Знаете что, само по себе это не значит, что ты вот сидишь вот целыми днями тут на диване и нихуя не делаешь. Нет. Само по себе это значит, что у тебя естественным путем все получается. Тебя ноги несут сами, тебя рот говорит сам, у тебя руки что-то сами делают. Как-то естественно, понимаешь? Ты есть нихуя не делать, на самом деле. Потому что для тебя ничего не стоит. Потому что расслабляешься. А в нашем мире, в нашем языке, так скажем, когда ты что-то делаешь, значит, ты напрягаешься, что-то там, ну, короче, что-то ебать делаешь. Вот. И переводя на другой язык, мне получается, что я нихуя не делаю. А на самом деле я дохуище делаю. Видите, время сколько? Время час. Я до сих пор тут сижу. Мне звонят. Ты чё, блядь, я тебя на Арбатской жду. На какой Арбатской? Когда? Мы не договаривались. Ты чё, ебанись? Я занята. Я через 3 часа освобожусь. Не, мы правда на Арбатской не договаривались. Он почему-то решил, что так. Видите, как пиздец, я занята. Освобожусь через 3 часа. Меня не беспокоить. Слушайте, звонками не беспокоить. У меня великое совещание ведется. Времен и народов. Хорошо сидим. Угу. Далеко глядим. Апокалипто.